Всем привет, дорогие друзья, вы на канале RusFPS, и сегодня у нас карьера занята, мы уже, если не ошибаюсь, четвертая серия. Сегодня будет очень много матчей. Сначала вот вам приветствие. Перед началом ролика подписывайтесь на канал, если вам видеоролик понравится. Попрошу вас посмотреть его до конца, и после этого оценить его на лайк или дизлайк. Ну и написать комментарий, кого можно, может, купить, я не знаю, кого продать, что сделать. В общем, пишите, что вам... Что хотите, то и пишите, вот. Ну, и сейчас будет первая нарезка из 5 матчей. И потом уже 6-й матч будет у нас с голосовым оформлением. В общем, поехали, начинаем нашу серию из 5 матчей. Го! За 2023 или что? И кто выигрывает? А ты кого играешь?
Что, ЦСКА? Извини. Реал Мадрид. А Реал Мадрид это бизнес? Да все, успокойтесь. Нет, ну мне реально интересно. Футбол же... А ты в жизни в футбол играешь? Сейчас нет пока. Видишь, снег на улице, все. А ты кого играешь? В смысле, кого играешь? За кого играешь? За Динамо. А ты кого за Динамо? Кто болеет за Динамо, у того больная мама. Я никогда не мог это даже себе представить. Оказывается, появились те, и сейчас распространяют свое мнение, что... Кто болеет за Динамо, у того больная мама. Моральные уроды, на самом деле. Это удивительно просто. Но это есть. Но вот надо просто этих не запрещать им говорить, а надо показать, какие они, что это за люди. Какие там моральные уроды, на самом деле. До свидания. До свидания, ой, развел. А наконец-то 1-0. И страдался, измучился, и наконец-то ногу чуть не сломал. Наконец-то вколотил, я думаю, повторно можно даже посмотреть. Оп-о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 п. Ну и как бы, ну, все просто было, все просто. Итак, это шанс! Клинтон! Штанг! Так опять? Сколько ж можно-то штанги одни? Ну вот таким получился данный видеоролик. Что еще можно сказать под конец? Ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписаны, можете этот видеоролик показать друзьям. Это уже на ваше усмотрение. Ну и в принципе все, что еще тут можно сказать. Всем пока, поддерживайте эту карьеру, чтобы она выходила еще чаще. Ну и все. Всем пока. И чтобы мы дошли до цели, которая, ну, короче, цель будет примерно через 2 сезона, она будет достижима, я думаю. В общем, всем пока.